Так вышло, что моя жизнь разделилась на две половины. Когда-то я жила со своим хозяином. Это было давно, и я уже не совсем помню, каким был он и каким был мой дом. Не помню, была ли у меня подстилка для сна, не помню, гладили ли мой животик и чесали ли за ушком. Я не помню, как я оказалась на улице. Может быть, своему хозяину я стала не нужна, а может, я и сама нечаянно выскользнула через окно или дырочку у двери. Вокруг все такое чужое. Я помню только дикий холод и боль. Помню, что мимо меня постоянно ходили разные люди. Некоторые из них останавливались, сочувственно кивали головой, а некоторые просто смотрели, как целая жизнь погасает на морозе. Были и те, кто спрашивали у других людей, не угасла ли наконец-то эта жизнь совсем. У меня очень болели лапки и ушки. Сначала просто мерзли, потом стали покалывать, а затем я совсем перестала их чувствовать. Кричала изо всех сил. Очень надеялась, что чье-нибудь сердце отзовется на мой крик. Однажды так и произошло. Где-то полгода назад, в один из холодных вечеров, когда я уже совсем потеряла веру во что-то хорошее, меня забрали в подъезд старенького дома. Представляете, просто взяли и отнесли в тепло. Люди, которые спасли мою жизнь, верят в хорошее. Говорят, что такую кошку, как я, выбросить невозможно. Верят, что я просто потерялась. Верю и я. Может быть, мой прежний хозяин ищет меня, опрашивает соседей и расклеивает объявления? Может быть, его дом без меня стал пустым? И он очень надеется, что я туда вернусь. Мой дорогой старый хозяин, за время, прожитое на улице, я не растеряла всех своих навыков. Я все так же хожу в лоток, все так же громко мурчу. Пожалуйста, если ты сейчас меня видишь, скорее забери меня обратно домой. Если ты любишь меня так же сильно, как я в тебя верю.